Итак, тишина на сцене, пожалуйста. Слово 10 классу Б. Первого класса вы нас учите вещам, которые сегодня кажутся нам очевидными. Но давайте представим на пару минут, как будет выглядеть наша жизнь без вас. Нас уважать друг друга, быть честными и вежливыми. Это еще не конец, подождите. А это самый сложный жанр. Молча, без слов, передать содержание. По-моему, мы все поняли, правда? Да! Отлично, спасибо 10-му Б. Но это еще не все. В тень осенней, когда у порога... Тихо, не волнуйтесь. Задышали уже холода. Школа празднует день педагога. Праздник мудрости, знаний, труда. День учителя, слушайтесь сердцем. В эти звуки, что дороги нам, всем, что связано с юностью, с детством, мы обязаны учителям. Горечь первой досадной ошибки, сладость первых нелегких побед. Пусть же все отразится в улыбке, излучающей мудрость и свет. Вы душою всегда молодые, труд и радости с нами деля, наши строгие, наши родные, терпеливые учителя. Сил вы нам отдаете немало, и любви, несмотря ни на что. Как вы верите в нас, и, пожалуй, верить в нас не умеет никто. Ни вчера, ни сегодня, ни завтра не погаснет той веры свеча. Без учителя нет космонавта, инженера, поэта, врача. Жизнь велит вам учить, нам учиться. Опыт ваш — это мудрость и клад. Пусть все, что взяли от вас, пригодится. И весомее станет 100 крат. Свету, чуткости, правде учите наши души и наши умы. Все, что в жизни вы нам зададите, постараемся выполнить мы. Спасибо большое. Спасибо, девочки. Очень хорошее поздравление. И я приглашаю на сцену 11 класс Б. Они заканчивают.